Всем добрый день. Вот такую вот игрушку заказали от компании Прицепы Барс. Долго искал на просторах нашего интернета объявление о продаже прицепа платформы, так называемый пчеловод 4x2, натыкался на разные, собственно, объявления. Но все-таки вот прицепы Барс мне не понравились они. Созвонился. Хороший продавец быстренько уточнил о наличии данного прицепа. В наличии их не оказалось. Соответственно, позвонили, видимо, на производство. На производстве выяснили, что прицеп на стадии готовности 80%. Могут быстренько его завершить и отправить в Екатеринбург на следующий день. Что, собственно, так и получилось. На следующий день они отправили. Приехали получать вот вчера, 3 апреля. Заказывал я этот прицеп без колес. Колеса это были свои. Так, что по конструктиву тут можно сказать? Помимо того, что был прицеп, да, были заказаны дополнительные стоечки. Так их надо будет на ту сторону переставить. Это транспортировочная установка, установили в ту сторону. Вот, дополнительные 4 стоечки. Заказал также колесо, собственно, которое сюда устанавливается. Все это лежит, находится у меня здесь на отмостке. Все новое, все в должном качестве. Вот. Все отлично. Прицеп очень понравился. Организационные вопросы тоже все быстренько решились. Поначалу, конечно, переживал, что отправляю денежку. Но сейчас уже не переживаю. Сейчас у меня прицеп уже у себя на огороде. На данный прицеп будет планируется установка бани. И будет баня на колесах. Не стесняйтесь, заказывайте, обращайтесь. Прицепы Барс. Компания по производству прицепов. Спасибо вам огромное.